Привет, сразу откроем рандом. А теперь мы делаем это при помощи Яндекса. Так, выходит намного быстрее. А, так, это я тут уже открыл заранее, потому что я уже опаздываю по времени. Мне нужно к 21.00 закончить. Акция от iCase Club. Количество участников 2219 человек. 28 страниц. Подожди, пока загрузится рандом. Так, 28 страниц. Страница первая. 80 участников находится на первой странице. Участник под номером 33. Так, друзей достаточно. Нужно, чтобы было не менее 50 друзей. При этом подписчики не считаются. Смотрим фотографии. Фотографий должно быть не менее 3. Причем реальных, не картинок. Они могут находиться как на аватарке, так и в отмеченных фотографиях и в других альбомах. Так как я увидел записи, то есть фотографии есть. А теперь смотрим, есть ли запись на стене. Запись мы ищем до даты начала акции. Мы ее не пропустим. Эта фраза означает то, что если, например, вот эта акция закончилась, то есть началась 24 августа, то мы будем искать запись именно до 24 августа. Если мы ее не найдем, то дальше смысла искать не будет, и мы будем искать другого участника. Как видите, пока что 26 августа, то есть можно еще дальше пролистать немного. Так, вот уже 25, а записи все еще нету. Так. Ищем запись. Так, вот эта запись. И теперь смотрим, вступил ли Артем в группу спонсора. Это является также обязательным условием. И если участник не вступает в эту группу, он автоматически пролетает. То есть не становится победителем в акции. Так, вот Артем вступил в группу. Он является победителем этой акции. Я его поздравляю. Прошу обратиться к Виктору Бабицкому, администратору сайта Paysarium. Он объяснит, как получить приз. Удачи всем. Спасибо.